А как ты его увидела тут? Дочка возвращалась, гуляла с женихом. А где он? А, вот он, под этим, да? Он вообще живой? У него гладкая. Живой. Я его подкармливаю, он и домой к нам прискакивал, сколько раз заскакивал. Ну, у нас... Адекватный, да? Да, нормальный кот был. Добрый такой, ласковый. Но у нас персидская кошка, а она дерется. Давай, буду выходить. Красотка. Все, я погнала. Кису, ну ты хоть меня дождался, блин. Я ж думала... Ну, что делать? До завтра? Это ж нереально. Да какой до завтра? Ты что? Катя, ну терпи. Едем же. Что там у тебя болит? Классно. Сбит. Передние лапы травмированные. Ну, то есть он все равно заполз в подъезд и заполз такой, как... Ну, типа, как в подвал. Но он ехал, ему было больно, он плакал и выгинается. Вот ему прям аж больно. Но он в тепле там был, там как минимум тепло. Да, 35,2. Ну, там прям тепло. Ну, может, он хер знает, когда заполз туда. Давай, заходи. Для 35 что-то живенький.